В Ярославле открылся Всероссийский форум проф-IT. Десятки лучших программистов России прибыли, чтобы презентовать свои последние наработки по развитию информационных технологий. Форум развернулся сразу на нескольких площадках, где проходит ряд дискуссионных программ. Не обойдется без обсуждения вопросов цифровой экономики, импортозамещения, а также развития коммуникации между государством и обществом с помощью современных технологий. Традиционно в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс проектов информатизации. По его итогам лучшие специалисты будут награждены в 14 номинациях. Отмечу, наш регион входит в первую двадцатку субъектов по уровню развития информационного общества. В Ярославской области действует более 700 предприятий, работающих в сфере IT. Старт форума дал помощник президента России Игорь Щеголев. Форум региональной информатизации мы собрали здесь, в Ярославле. Это, с одной стороны, признание того, что здесь есть очень хорошая школа специалистов по информационным технологиям. А с другой стороны, это всегда возможность для региона оценить свое истинное место в шкале достижений наших российских, сравнить с тем, что происходит в других регионах.